Ready. Дорогие мои везунчики, всем огромный привет! Вы на канале Дали Мастерс, и на моем канале существует такое правило. Я выпускаю видео почти каждый день, очень стараюсь, поэтому подписывайтесь. У нас интересно и креативно, и во-вторых, я никогда, проследите, не выпускаю два обзора подряд. Хотя могу, потому что у меня огромный магазин с гигантским выбором. Но сегодня я сделаю исключение, поделюсь с вами небольшой проблемой. Такой я перфекционист. Сегодня у меня было запланировано видео, последняя заключительная часть мастер-класса по топу Нереида. Прекрасный топ. Короче, я решила вязать вниз его лицевой гладью. Смотрится это великолепно. А до этого пробовала вязать сеткой, и мне не понравилось. Я все распустила, перевязываю, и поэтому заключительная часть будет завтра. А далее каждый день я буду бомбить вас плечевыми законченными изделиями. Это будет джемпер с медвежьими лапками. Это будет джемпер из дорогого коттон кашемир, помните, с распущенными петлями и пайетками. Это будет моя великолепная пляжная туника, очень интересная, просто начиналась, но далее будет небольшое приключение у нас с вами. И, конечно, Нереида идеально подходит как модель лицевая гладь, идеальная модель на любой размер. Вы в этом убедитесь, но завтра. А сегодня я буду показывать вам красоты. Мы будем говорить о летнем ассортименте пряжи Fibra Natura. Еще раз пробежимся, пройдемся, а самое главное, сделаем акцент на новинках. Я расскажу вам о своих планах и очень интересных совпадениях. Так, смотрите, пляжная туника, летящая воздушная Таити, на купальничек, вот в таких у меня тонах, да, тоже на днях будет окончание, красота получается. И здесь у нас сиреневый голубой туман, переходящий в холодную фуксию. И что я заметила? Я хочу связать сумочку листьями вот из этого оттенка. Вот такую идеально подходящую, яркую. Мне хочется больше ярких, но красивых цветов. Очень холодный оттенок, он более теплым выглядит у вас на экране. Это моно цвет Рафи от Fibra Natura. И вот такая сумка листьями. Окончание мастер-класса будет именно из этой пряжи. Целиком мне хочется моно Рафи использовать вот такого оттеночка. Так что немного про свои планы и какие-то странные фантазии. У нас у всех свои тараканы. Посмотрите, у меня стояла для обзора пряжа и мульти Bamboo Jazz вот в этих тонах. Посмотрите, они легли рядом, и мне очень захотелось какой-нибудь топ, маечку, раз уж у меня будет такая сумка, подходящая к тунике, и что-то буду вязать. Обязательно простое, потому что это сочный, вкусный ягодный меланж. Легли рядом, значит, это судьба. Так, ну, хватит предисловий. Мы приступаем к тщательному изучению новиночек. Fibra Natura – это моя любимая турецкая фабрика. Самая, на мой взгляд, креативная, с самыми интересными составами. Люблю ее больше, чем Газал. И покажу я вам чудесную новинку этого лета. Вот она, свеженькая новиночка. Мягкий-мягкий, не мерсеризованный хлопковый шнурочек. Посмотрите, какое чудо. И прекрасный пыльный бежевый холодный оттенок. 100% не мерсеризованный хлопок пампа. Можно стирать при 30 градусах. Плотность вязания указана. И спицы нам рекомендованы номер 6, а крючок 5,5 для этой красоты. Пряжа невероятно нежная и мягкая, прям вообще мягчайшая и нежнейшая. Можно вязать крупные, я вижу крупную сетку, какую-нибудь простую майку. У меня миллион сеточек на канале красивейших, и вы можете вязать и по кругу, и сеточки, и туда-обратно, чего только нет. Прям вижу кардиганы летящие, майки из этой пряжи. Если дополнить еще какой-то ниточкой, красиво будет вязать сумки из этого шнурочка, тонкого, нежного, мягкого и легкого. Какой здесь метраж? 100 грамм, кстати, у меня поправляете, можно говорить и граммов,
и грамм. Это абсолютно обоюдно правильное решение. Поэтому мне удобно говорить грамм. Цвет 2310, который я вам показываю, очень советую. Такой оттенок холодный бежевый смотрится дорого, благородно. Я от этой новинки в восторге. Вязать очень-очень хочу из нее. И запоминаем, что здесь в 100 граммах тяжеленький клубочек 110 метров. Такой метраж. И рекомендации по спицам, по крючку я вам сказала. Ленточная скорее это пряжа, хоть шнурок, потому что она настолько тоненькая, настолько она нежненькая. В общем, чудесная новинка, очень-очень изысканная. Я обожаю, как смотрится ленточная пряжа вязаных изделий. Придает всегда какой-то шик. И цвет мне понравился, который я вам выбрала для демонстрации. Новые поставки, все забит весь склад, есть абсолютно все, мои дорогие. Наш милый нежный папирус есть, все цвета, вот с таким меланжевым эффектом. Мой любимый розовый цвет, просто сейчас здесь лежит. Красивейшие палитры у Fibra Natura мне нравятся, приглушенные, нежные тона. Вот этот слегка... А черный цвет какой замечательный. Поэтому папирус есть все. Белые, молочные оттенки, мягкий, нежный. Советую вам эту пряжу для маленьких деток. Она не жнючая, как я не знаю что. Дешевая, на самом деле просто дешевая пряжа. И состав классный. Буретный шелк, да, 20%, остальное хлопок. Прекрасная пряжа, ни в коем случае только не стирать ее в машинке. Ей противопоказано это. Естественные чуть-чуть такие есть комочки при ношении, они образуются, катышки, вы можете их снимать. Я люблю эту пряжу, люблю ее эффектность, мягкость беспрецедентную, в общем, обожаю эту пряжу. Планы по маечкам у меня связаны с Bamboo Jazz, и я вам уже показывала вот тот яркий розовый меланж, но есть и большая палитра, красивая, нежных, вот мятный, нежный цвет. Bamboo Jazz — это вискоза с хлопком. Классический метраж, очень нежная пряжа, вискоза себя будет хорошо вести, потому что половина хлопка ее полностью сдерживает. Оттенок 11227 и состав 50 хлопок, 50 вискоза, бамбук, то бишь вискоза. В общем, прелесть, а не пряжа. Она очень нежная, видите, виден блеск небольшой вискозы, очаровательная абсолютно и эффектные меланжи. Меланжевая подлинеечка называется Bamboo Jazz Multi. Эффектная, интересная. Опять же, пряжа настолько мягкая и нежная, что я ее советую и для деток тоже, даже для самых-самых маленьких. Далее в наличии сейчас все цвета королевского хлопка. Это один, прям как хлопок Пима, мягкий-мягкий нежный хлопок. Так, а не Пим или он? Просто абсолютно такой же, как в самых люксовых линейках. От Rowan, например, необыкновенный королевский 100% хлопок. Здесь в клубке 210 метров в 100 граммах. Средняя любимая нами толщинка. Красивые оттенки. Вот я вам свои любимые сейчас оттенки показываю. И эта линейка есть и с градиентами. Пряжа еще мягче, чем папирус. Я уж не знаю, куда мягче. И вы знаете, что есть вот такая прелесть. Королевские волны. Опять мягкость. Для самой чувствительной кожи обе эти линеечки подойдут. Такая же выработка. Мягкий, как самый мягкий кашемир. И здесь красивые морские переходы. Вот из этого оттенка мы с вами вязали. Тоже сейчас все в наличии. Ах, я вчера не распаковала. Зачем-то не показала вам, как рулетки. Вот Knit Pro выглядит внутри. Посмотрите, какие они классные. Тоже новинка. И кругленькая. Они такие крупные. Приятно. Не малюсенькая, а прям вещь. Здесь нажимается кнопочка, и внутрь все втягивается. Очень приятные. Смотрите мой обзор на Knit Pro. Предыдущее видео на канале. Сейчас в наличии вот это красотища, цветение бамбука, это вискоза, вручную окрашенная, премиальный здесь состав, очень красивая фантазийная пряжа. Здесь 140 метров в 100 граммах,
пасмы и состав 48% бамбук, 44% шерсть, 8% акрил. Натуральная пряжа, красивая, ей лучше всего. Во-первых, мастер-класс у меня есть на канале по очень свободному, модерновому такому джемперу со спущенными петлями для смелых, моделька. Но вы можете вязать самое просящееся из этой пряжи модель. Это шапочка с большим теплым шарфом или снудом, просто лицевой гладью или изнаночной гладью, потому что толщинки вместе с частями вискозы, они играют, и неповторимые у вас будут вещи. Тоже красивые, красивые переходы. Так, я вам свои запасы тут показываю. Со складом мне эту пряжу не приносили. Снова она в наличии. Ура, ура! Я люблю эту фабрику, выделяю ее за какую-то космическую мягкость и хлопка. Хлопка, хлопок с вискозой. Просто что-то невероятное. Хлопок в этой фабрике не мерсеризованный, поэтому он такой нежный, и состав зачастую можно сопоставить с люксовым составом. Я вам еще показывала пряжу уже Good Earth. Натуральная, приятная, вкусненькая пряжа. Это 50 на 50 лен с хлопком. Она плотненькая, очень классная, подойдет для кардиганов, для сумочек. Шикарный состав. Многие любят лен, он очень износостойкий, красивый 108 оттенок. Это я себе приползла и думала, может быть, сумочку связать из этой пряжи. 47 лен, 53 хлопок и 77,5, то есть 80 метров в 50 граммах. Пряжа подойдет для кардигана крупной сеткой, предположим, или для каких-то сумочек приятных таких, шикарно выглядящих. Лен ни с чем не перепутать, приятный аромат. И, наконец, давайте закончим рафией. Новиночка – это рафия мультиколор, линейка. Как же приятно и удобно вязать из рафии. Я раскусила, попробовала, мне очень нравится. Это пряжа для сумочек разнообразных, авосик, шляпок, панамок и поясочки. Поясочки вяжем вовсю из этой красоты. Посмотрите. Мультицвета, сейчас все они есть в наличии, спешите, очень красиво, можно просто полустолбиками или столбиками с накидами, или простыми ракушечками, можно модель, которую я вам уже из рафии предоставила, просто великолепно будет, не из моноцвета, а простой узор там, поэтому сумочку, которую мы с вами вязали из моноцвета рафии, можно вязать, конечно, из мульти. Натуральная, приятная пряжа. Воды она не боится. А сумку я отпаривала утюгом, не дотрагиваясь, паром. Очень износостойкая, классная пряжа. Укладывается она легко. Это 100% вискоза. Но вот такова обработка, что ведет она себя замечательно. Целлюлоза это. И единственное ее недостаток, то, что она не экономичная. Клубочки всего-навсего 80 метров, а так как мы вяжем предпочтительнее, можно и спицами попробовать. Я вяжу из этой красоты крючком, конечно, расход приличный. Выбирайте тщательно крючок. На самом деле, чем меньше номер крючка, тем лучше смотрится. Мне очень-очень нравится. Какие у нас еще есть мультиоттенки. Давайте я вам показала самый впечатляющий. Есть вот такие серые переходы красивые. Фиолетовые, обалденные. Я еще рассматривала вот этот вариант, потому что он подходит к моей тунике. Фиолетовые, изысканные. Так, и, наконец, вот такие охристые, бомбические, натуральные. Вот шляпку классно было бы, да? Можно связать комплект, сумочку, шляпку, панамку. Красота мне очень нравится. И еще мне безумно, безумно нравятся зеленые переходы. От светлых к темным. Не яркие, приглушенные. Практично будет. Износостойка. Но никто не отменял и моноцвета. А нет, еще я вам вот этот цвет не показала. Посмотрите, насколько жизнерадостно и красиво. Сиреневые, коралловые, розовые тона. Желтоватые. И все они немножко приглушенные. Прекрасная, прекрасная соломка, так я ее все равно называю. В моноцветах
несколько синих оттенков, есть еще яркий такой бирюзово-голубой, красивые синие цвета, много натуральных цветов, я вам показывала, сочный оранжевый яркий. Еще мне нравится нежно-розовый, я рассматривала этот вариант, но думала, как-то не очень практично получится. В моноцветах больше оттенков, монофиолетовый, чисто соломенный цвет. Сейчас я вам подскажу, потому что вы меня всегда спрашиваете. 116,02, красивый оттенок сухой травы, выгоревший на солнышке. Вот такие новинки, мультицвета, впечатляющие, радостные, вкусненькие. Я люблю, как себя похрустывает и ведет эта пряжа. Она очень пластичная на самом деле, абсолютно. Он подходит к моим ноготочкам. Как она укладывается в столбики, так чик-чик. Такое приятное-приятное ощущение. Небольшая есть нагрузка при вязании. Рафии все равно я ее чувствую, потому что вяжу очень много, но удовольствие большое. Вот такой сегодня был обзор для вас. Весенний-летний ассортимент. Запасаемся. Если вам понравился какой-то цвет, то нужно поспешить. Сезон на носу. Быстро заканчиваются самые хитовые оттенки. Самые хитовые цвета быстро заканчиваются. Напоминаю, что мы доставляем по всему миру, по возможности. Если у вас есть вопросы, то звоните. С оплатой уже нашли какие-то варианты. А так, конечно же, Беларусь, Казахстан, все страны, в которых действует карта МИР. СДЭК работает, никаких проблем нет. С оплатой каждый день мы отправляем, например, в Казахстан пряжу. В Израиль мы тоже нашли вариант, как отправлять. В общем, дорогие мои, работаем вовсю. Работа кипит, горит. Что-то я перевязываю самозабвенно, как топ Нереида сейчас. И много-много-много у меня планов. Буду собираться в отпуск тоже с большим отдельным рукодельным чемоданчиком. И создам целый отпускной гардероб вязаный. Практически в одном стиле. Буду вам его показывать. Поэтому работы предстоит много. Я вдохновлена. Больше всего меня вдохновляют новинки пряжи. Напишите, что вдохновляет вас. Все ссылочки, подробные характеристики на все линейки вы найдете в описании под этим видео и в первом прикрепленном комментарии. А я вас целую, обнимаю. До встречи, дорогие мои. Очень скучаю по вам. Пока-пока.